С 27 ноября по 3 декабря в каждом регионе страны специалисты Управления Роспотребнадзора и Центров гигиены и эпидемиологии по телефонам горячих линий консультируют всех желающих по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, безопасному поведению и ситуации по ВИЧ-инфекции в регионе. Об этом сообщило сегодня ведомство на своем официальном сайте. Кроме того, в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается ежегодно 1 декабря, Фондом социально-культурных инициатив Светланы Медведевой совместно с другими общественными организациями государственными органами проводится акция «Стоп ВИЧ-СПИД». Ее цель – привлечение внимания к проблеме распространения заболевания в России, объединение усилий в ее решении органов власти и общественных организаций. Информация о времени работы и контактах горячих линий размещена на официальных сайтах Управления Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации. Отмечается, что в настоящее время в России диагноз ВИЧ имеют свыше 900 тысяч человек.